Всем привет, друзья! Сегодня я голосую дистанционно через портал госуслуг. Сегодня 18 сентября 2021 год, московское время, 13 часов 59 минут, буквально через одну минуту я проголосую. Итак, продолжить. Генерация. Ну, так, все готово для начала голосования. Итак, поехали. Так, несколько секунд, уточнение, загрузка, время 14:00, осталось 2 бюллетня. Угу. Все отлично, все верно, почему-то здесь написано, Ростовская область, Нижний Донской, одномандатный избирательный округ, номер 150, да, все верно, все правильно. Итак, смотрим. Здесь вот такой вот бюллетень у нас идет. Величко, Гетто, Емельянов, Мадыкин. Мадыкин меня больше интересует, поэтому я здесь поставлю галочку за гражданина Мадыкина. Итак, ставки сделаны, ставок больше нет. Мадыкин Владислав Сергеевич. Политическая партия «Новые люди». Так, я что-то не пойму. Какие-то варианты предлагают посмотреть. Ну, посмотрел я их. То есть надо еще вниз опуститься на всякий случай. Видите, какая система тут интересная. Вот. Итак, поехали дальше. Поехали дальше. Дальше проголосовать. Так, бюллетень. Так. Угу. Подтвердить выбор. Подтверждаем. Отлично. Вы проголосовали. Следующий бюллетень. Смотрим. Итак. Итак, здесь у нас представлены партии. Первый номер, второй номер, третий. Ну, четвертый номер, естественно. Как же без него? Номер 4. Остальные номера мне вообще не интересуют. Это партии прошлого и ни о чем не предлагающие, во всяком случае мне и моим знакомым. Итак, ставки сделаны, ставок больше нет. 14:04, голосуем. Политическая партия «Новые люди» номер 4. Отлично. Поехали дальше. Самый низ предлагаемого варианта проголосовать. Голосуем. Отлично. Подтверждаем выбор. Политическая партия «Новые люди». Время 14:05. Все. Итак, друзья, всем спасибо. Я проголосовал. Работаем дальше. У нас еще впереди большая работа, в том числе по подсчету голосов и проверке результатов выборов. Но это будет все завтра, 19 сентября, после 20 часов.